кто там? Да? Больше никого? Проводили рейд по общежитиям, услышал по радиостанции вызов на адрес, находящийся неподалеку, и принял решение следовать к месту вызова. По прибытию оценил обстановку, узнал от соседей, что в доме, охваченном огнем, могут находиться дети. Забежал в дом, нашел ребенка, накрыл одеялом и вывел его на улицу. Ребенок даже не знал, что у них там дом горит.